На базе Каспийской гимназии номер 11 в IT-Куб состоялся киберспортивный турнир по игре CS2. Как отмечают организаторы, он проводится в целях развития инициативы и самостоятельности на основе игровой деятельности, а также расширения и укрепления дружеских связей молодежи муниципалитета. В игровом соревновании приняли участие 7 команд городских школ. 1, 4, 6, 9, 15, а также гимназии номер 11. Общее число участников составило 43. По итогам состязаний лучшими стали ребята из средней образовательной школы номер 6 имени Омарова. Отметим, что с 21 февраля по 3 марта в Казани проходит турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего». КС-2 является одной из дисциплин.